6 мая в столице Северной Осетии Владикавказе на рынке Викалина на площади 4500 квадратных метров вспыхнул пожар. Об этом сообщили российские СМИ. По информации, пожар был локализован, однако рынку нанесен серьезный ущерб, также сообщается о трех пострадавших. Во время пожара 520 человек эвакуированы. Причина пожара пока неизвестна. Напомним, что в последние дни в России пожары участились. Она модисит.